Итак, всем огромный привет. Давайте посмотрим, что случилось у нас после того, как мы засняли Мертинскую набережную. Мы с вами сместились в Сочи парк, тот самый красивый Сочи парк. Это у нас идет конгресс-центр. Немножечко сейчас полетаем с вами и посмотрим, что здесь есть хорошего или что здесь есть менее плохого. Это у нас стадион Фишт. Тот самый стадион, где у нас уже проходила товарищеская встреча по футболу. Выиграла Россия 2-2. Нет, если честно, не помню, кто выиграл, но я просто футбол не люблю, поэтому я туда не ходил. Поэтому, кто, так скажем, любит футбол, ставьте сразу дизлайк. Я футбол не люблю смотреть, могу поиграть, но наблюдать мне не нравится. Это у нас конгресс-центр, там у нас проходили встречи у нас Путина с Меркель. Вот именно вот в этом месте. Не знаю, чем они там занимались, но надеюсь, ничем плохим. Ну и давайте бонусом фотографии. Фотография у нас довольно-таки красивая получается. Я не знал, что у камеры, так скажем, на квадрокоптере такая светочувствительность, что получится, ну, такие потрясающие фотографии. Давайте, наверное, молча посмотрим, без моих комментариев. Ну, давайте все-таки скажу, это у нас Сириус, это у нас, так скажем, центр для одаренных детей. И здесь самые умные детишки со всей России собираются, и здесь у них проходит сбор. Вот так у нас выглядит в сторону Веселого. Конечно, ночью Сочи парк просто потрясающе красив. И давайте мы с вами немножко полетаем. Сразу говорю, камера дергается, потому что часто теряется связь. Здесь у нас вот эта стоит вышка, которая у нас мешает, так скажем. И у меня там пишут, что в этих местах летать запрещено. Я, наверное, думаю, что да, скорее всего, да. Так как народу здесь, конечно же, очень много, поэтому безопасность стоит не на последнем месте, скорее всего, даже на первом месте. Вот у нас Сириус, и вот как раз это у нас идет та самая Олимпийская набережная, да, Мертинская набережная. И вот она все здесь у нас идет 7,5 километров. Вот опять у нас стадион Фишт, у нас Олимпийские объекты. Вот у нас чуть позади у нас виднеется, так скажем, хоккейный корт, который маленький. И там мы с вами еще увидели, там с правой стороны в кружке, это у нас, так скажем, поющий фонтан. Поэтому его вы увидите в конце видео, этого видео. Я для вас бонусом прошелся туда и специально все это заснял. Вот фонтан красивый. Вот они, олимпийские объекты. С правой стороны у нас находится школа тенниса. С левой стороны у нас хоккейная арена, которая идет малая. Чуть подальше она идет большая. Там у нас 10 числа... Стоп! В тот же день у нас там, извиняюсь, в том же день у нас там играл Владимир Владимирович в хоккей. Ну, я почему-то этот момент пропустил. И так получилось, что я не попал туда. О чем сильно жалею. Потому что в прошлом году я остался в восторге. И, конечно, хотел бы сходить. Прошлый день уже не вернуть, в этом будущем жизнь занесут. Передать, сохранить, простить нашим детям здесь еще жить. Смотрите, вот в этом месте начинается у нас, вот, немножко с камеры развернулась, там у нас есть коттеджи, и эти коттеджи начинаются от 150 миллионов рублей, при условии, что они находятся все 30 метров от берега, но там земля просто за сотку стоит 15 миллионов, поэтому и коттеджи начинаются по такой цене, сами стены ничего не стоят, а стоит именно земля. Учиться в мире жить.
смотрите, вот здесь у нас есть озера, которые вот вы увидели. Я не знаю, там вроде рыбалки нету, ничего нету. Либо они дикие озера остались, либо они искусственные озера. Я не могу вам пока точно ответить, потому что не знаю. Хотя многие интересуются, мне тоже интересно. Наверное, все-таки проеду, посмотрю. Ну, вроде туда свободный доступ, поэтому ну, рыбаков я там ни разу не видел. Потому что если бы там хотя бы один рыбак был, я бы, конечно, интересно подошел бы, спросил, что ловит, на что ловит и как. А так, наверное, скорее всего, только ловит туристов. Один мой знакомый, что самый богатый в стране из детдома. Я слышал диагноз, я был-то в больнице, смотрел им в глаза, смотрел прямо в лицо. Ныне ноль, желание жить не парочку лет, а минимум 30. Минимум 30, минимум 100, никаких если, никаких но. Уныние якорем тянет на дно, пора все менять, все решено. Я сделал себя, чем ты хуже, ты можешь так, но чем ты хуже. Хватайся за шанс, своими руками, меняй свою жизнь вместе с нами. Вот, дождался, пока у нас стал, так скажем, играть. Вот, видите, смотрите, у нас в определенном промежутке времени начинает подсветка меняться и на конгресс-центре, и на олимпийских объектах. Поэтому тоже этого ждал безумно, дождался, и со спокойной совестью можно уже приземляться. Видеоролик для вас смонтировал Максим Коломейцев, компании «Элитный Сочи». Если понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, ставьте дизлайк и напишите почему. Все, с любовью и с уважением. Жду вас в гости. Пока.